Друзья, всем доброе утро, привет, большой, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Пока мои там одеваются, заплетаются, выйду машину прогрею. Такой у нас рассвет сегодня. Вот такой рассвет, друзья, это уже сколько? Чтобы не обмануть, пол восьмого, друзья. Мама, а у кого я вот это вот собираешь? Машину забыл на улице. Я не понял, что это? Странно. Машину оставил на улице, друзья. О, она не вся льдом покрылась, но частично покрылась. Надо же. С восточной стороны оттаявшая, а с западной замерзла. Так вот, друзья, а вдруг вечером машину ставлю на улице, думаю, да пусть, вдруг поедем куда-нибудь. Вот никуда не поехали, а машина простояла всю ночь на улице. Надо загонять, не лениться. Это сколько раз себя ловлю на мысли, что лучше выгонишь потом. Ворота открывать, ай-яй. Вот уже выбор, да, сложный. Дайте мне расческу еще. Какую заколочку, какую резиночку. Длинные волосы отросли. Да? Машина оттаяла, все здорово. О, ты рукавички одела. Приветик. Всем привет. С утра пораньше. Всем привет. Пойдем, Алиса. Так. Если бы ты чуть пораньше вышла, машина была вся льдом покрытая, представляешь? Mm-hmm. Красивый закат. Закат? Восход. Восход очень красивый. Сделай с ванной что-нибудь. С ванной? Я там чашки, ты же видел, пластик сняла. Завтра чтоб красиво было. Ой, красиво. Тут плюс 3 на улице. Вчера начал еще делать одну ручку на мастерок. Тоже тут настрогал опилок, завитушек таких. Знаете, я раньше это самое рубанок. В общем, сколько я себя помню, у нас есть этот рубанок. Вот, не могу им строгать и все. А потом сосед дал мне рубанок, говорит, на, говорит, там мне что-то надо было построгать. Я взял, а он так легко пошел, а потом посмотрел. Вот, у меня вот этот вот нож, он торчал так реально, наверное, миллиметров на 5. А у него там, ну, 1-2 миллиметра. Ну, вот, сделал себе так,
И все, все получается. 3,50 когда-то стоил такой инструмент. Этому рубанку я не знаю сколько лет. Сколько я себя помню, столько помню такой рубанок. Друзья, Надюша просила что-то с ванной комнатой сделать, с ванной. Сейчас вам покажу проблему. Вот в ванную у нас ведет вот такая дверь. Вот так она у нас уходит в стену. Вот она с двух сторон, то есть вот она. Вот наша ванная комната. Здесь я ее никогда еще не показывал. Полный обзор. Тут всякие моющие средства. Куча. Да. Закрыть некрасиво. У каждого своя зубная паста. Свои там дезодоранты. Запасы. У каждого свой шампунь. Свой гель. И так далее. Так, что у нас? Проблема. Ей не нравится. В общем, вот здесь вот. Вот это место. Я здесь уже переделывал отопление. Тут труба была сверху. Вот, я ее опустил ниже. Это я когда-то все делал. В общем, я на тот момент не нашел другого чего-то. Мне надо было... Так вот, это все убрал. 100 лет его не трогал. Обманываю, друзья, не 100, но лет 8 я это не трогал. Поэтому... Она хочет убрать. Как-то красиво это закрыть. Здесь-то ладно, здесь щель небольшая. Здесь, ну вот убрал, можно будет трубу заодно покрасить. В общем, у меня... Водопровод идет сверху, не в стене, а вот вдоль стены он у меня идет. И здесь он у меня вот так вот выходит. Я, ну видно, да, вырезал. Это было заклеено, это отодрал уже утром, вот это эти коричневые. Оно было там тоже заклеено пластиком. В общем, просто так вот я вырезал, одевалось, вот так вот оно на трубе лежало. Он говорит, сделай что-нибудь. Ну, что-нибудь. Вот как это все красиво сделать? Не хватает у меня фантазии, друзья. Я боюсь, что малой кровью не обойтись. Вот раз уже убрал трубу покрасить. Здесь-то она покрашена. Все это недавно красили. Не так давно, скажем так. Тут тоже вот корзинки. Для детей, для нас отдельно. Порошки. Всевозможные. Гель закончился. Только что выбросил баночку с гелем. Полотенца, у каждого свое тоже, куча полотенец. Ванная довольно просторная, большая, светлая. Вот такая вот у нас ванная. Я хотел еще соорудить шкафчик, что вот здесь вот корзинки стоят. Я хотел просто так один вот высокий такой вот поставить и туда внутрь корзинки спрятать. Но получится на полу пространство освободиться. Вот. Все здесь заземлено. Все как положено. Вот. Чтобы, друзья, сегодня вы побывали, как это сказать, возможно, самая тайная комната, которую мы
почти никогда не показываем. Здесь у нас швабры. В уголку прячутся. Такая вот у нас ванная. Это тоже кто-то написал, друзья, кто-то писал. Такое чувство, что ничем не занимались. И сейчас вот, когда занялись блогерством, занялись наведением порядков. Вот это, друзья, я делал все своими руками. От фундамента до, в общем, плитка. Это вот самая первая плитка в моей жизни, которую я положил. Самая-самая первая плитка. Здесь сделано все. Вот кухня, ванная, котельная. Это получается, я сам выкопал фундамент, залил, цоколь сделал, вывел стены. Ну, штукатурить внутри мне помогали. Я на тот момент не этот самый плохо штукатурил. Вообще не любил штукатурку. И сейчас, друзья, не люблю. Вот. Ну, мне тогда помогли со штукатуркой. Вот. Что, залил полы. Крышу накрыл. Плитка, потолок. Вот это все сделано своими руками. Это все. В общем, никого не нанимал. Здесь вот у меня шторы, да, вот видите, тоже так вот. Это из пластиковых труб. Вот это я очень долго думал, как мне шторы закрепить. Я хотел купить из нержавейки. Думал, как это сделать. Ну, бюджет поджимал, а потом что-то просыпаюсь утром. И так вот, типа эврика, вот так я сделаю. Вот так вот оно у меня сделано. Ну, кто, может, не знает, вот видите, да, здесь просто вот такой вот тройничок из пластиковой трубы. Я его обрезал болгаркой. Кто давно смотрит, я делал точно так же в душевой. Вот, в баньке я так же сделал. Здесь вот так вот к потолку закрепил. То есть вот здесь тоже тройничок к потолку. И здесь вот. Вот. И вот так вот красиво все закрывается. Все просто здорово. Ну что, это на выброс. Это на выброс. Это оно потемнело, наверное, от этой, от горячей трубы. От отопления. Это на выброс. Будем думать, что с этим делать. Здесь все так же, канализация, все, вода, все сделано. Делал сам своими руками. Ну, крышу мне помогали немножко, там вот страпило ставить, теперь не помню, помогали прибивать, не помогали, но помогали. С потолком на кухню я тоже сам не справлялся, были очень длинные листы, вот эти пластиковые, они по 6 метров. У меня кухня, друзья, 6 метров, это ее длина, да, так можно сказать, и 4,5 где-то ширина. У меня кухня, если вот на экшн-камеру, да, она у меня целый вагон. Это самая большая комната в этом доме, это кухня, друзья. Ну, не буду нарушать свои планы. У меня в планах сейчас, я хотел стену затереть уже, дотереть. Там, может, что-то в уголку где-то останется подштукатурить. Ну, посмотрим сейчас, в общем, попробую. Это вот в домике, коридорчик, надо его, стены довести до ума. Я хотел маяки ставить, но, наверное, маяки сегодня ставить не буду. Может быть, на вечер. Сейчас, в общем, надо с ванной что-то делать все-таки. Сегодня на завтрак, друзья, очень хочу молока и варенье. Напиться молока и наесться варенье.
Это будет сегодня такой завтрак. Я надеюсь, что у меня там в мешке ведро цемента осталось. Сейчас гляну. Должно быть ведерко цемента. Поэтому сейчас я заколочу как бы корыто раствора. Не поеду за цементом, не пойду. Здорово, даже чуть-чуть осталось цемента. Все, на час доделываем. Здесь, вот, друзья, вот здесь немножко не доштукатурил, тоже толстый слой. Ну, в общем, как докидал, осталось затереть. Сегодня не затру, потому что надо, чтобы схватилось. Вот это единственное место осталось внутри. В основном вот так вот красота теперь. Пусть подстывает, будем снимать вот эти вот досточки, которые по кругу. У нас остался раствор, много раствора осталось. Что-то на задний двор я не хочу его выносить. На улице та же история, друзья, не хочет держаться бетон. Вот, сползло. Сейчас попробую назад его поднакидать. Это тоже получается, надо отдельными такими бросать лепешками. Хотел сразу все сформировать, но... Вот так получилось пока, друзья. Я сейчас оставлю это... Ну... Хотя бы на час, наверное, чтобы оно как-то подстыло, потому что вот этот угол два раза он у меня сполз. Вот то, что ближе к двери, там, наверное, по суше бетон держится, нормально держится. Вот, а вот этот угол сполз два раза, когда здесь более сыро. В общем, процесс пошел уже на улице потихоньку. То, что осталось вот здесь, выбросил. Вот, ну, подстынет, я потом его руками как бы придам ему форму, как вот, как там примерно. Застывать, наверное, будет долго, если здесь я где-то через полчаса уже, наверное, затирал. Тут больше времени уйдет.
Теперь у меня два мастерка. Можно даже в каждую руку взять. Будет правый и левый. Что здесь происходит, друзья? Здесь оно еще, видите, оно все дышит. Оно еще ни капельки не застыло. Поэтому его трогать пока не будем, пускай подстывает. Надо же, сколько ж ему времени надо, чтобы застыть.